Здравствуйте, это канал Максимадзе, а это я. Сегодня 1 февраля, и это значит, что пришло время для «Как достать соседа» модов, которые присылают подписчики или просто гости канала. Так что всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Первый мод называется «Как достать соседа» хардкор от сатаниста демо 2. Блин, я, честно говоря, не люблю моды хардкора. И прошу вас, пожалуйста, и я вам просто рекомендую не делать, пожалуйста, таких модов. Они мне не нравятся. Не, если сделать, я, конечно, сыграю, но, блин, я хардкор не люблю. Меня от хардкор от Social Media Life Production тоже это не нравится, если честно. Сделан мод, конечно, прикольно, но такие... Сатанизм, вот это все жесть, это все такие... Блин, тут еще и матерные слова. Это все как-то не катит под КДСС соседа. Ладно, просмотр смерти давайте посмотрим. Ну привет, КДСС соседа, хардкор от сатаниста. Ты будешь страдать. А, даже сатана сам ее сделал. Ой-ой-ой, еще больше напрягает. Вуди с маленькой буквы. Ладно, поехали. You will die, mortal. И это смерть, вы хотите сказать, была? Ладно, поехали. Дальше. Сделал гадость смерти радость. Вот оно как. Ну, здорово. Знаем все этот станист Ротвейлер. Знамся. Что такое за слово, блин? И он хочет тебя убить. К чертовой бабушке. Тебе нужно убить его пакостями. Тебе ясно? Да. Это сложное задание. Все мне ясно. Не хочу маты читать, а то придется потом еще запикивать себе. Ну, никаких кровищей тут ничего нету, но звуки, к сожалению, есть. Дайте-ка я их сделаю немного потише. Так. Как они меня бесят. А он бегать будет еще, да? Ой, извините. Точно. Ой, ну он не бегает, но он... Его ходьба очень ускорена. Я так по... в смысле? А как я пройду за такое время? Вы чё? Надо заглянуть в настройки. Там вообще можно время отключить? Ну-ка. Ой, не. А, можно. Только сейчас это недоступно, потому что я играю в уровень. Да вы прикалываете, что ли? Как я должен это сделать? Так, дайте выключить время. Выключим. Так, кстати, а этот уровень мы теперь сможем пройти? Die, да, ну тут даже ничего не стали менять. И кстати говоря, начиная с этого выпуска, впрочем-то, вы и раньше в Hello Neighbor могли уже видеть оценки. Оценку новую. Теперь оценки на моды будут разноцветные. Лучший мод, то есть галочка это зеленый. Плюсик это этот синий. Хороший. Плюс-минус это, короче говоря, желтый или оранжевый. Оранжевый где-то. Оранжевый, такой светло-оранжевый, я бы сказал. Минус это красный. Крестик это либо коричневый, я еще не нарисовал. Это либо коричневый, либо ярко-красный. Наверное, ярко-красный лучше. Ну, а вопросительный знак это, наверное, черный. Наверное, черный. Типа никак, ну просто ничего. Вот, а вы говорите, этот уровень пройти невозможно. Все возможно, братан. Все возможно, my friend. Давайте это, играть. You will die, mortal. Я так понимаю, тут ничего не изменено, кроме того, что сосед стал невероятно быстр и изменены звуки. Больше ничего, я так понимаю, не изменено. Ну и то, что уровней
уровня там всего 4. Обучалось мне еще 3. Начнем, наверное, отсюда лучше. Нашему Вуди тоже бы не помешала способность быстро бегать в таком случае. Ибо судьба с нами несправедливую роль играет. Сосед очень быстро... А, сосед не издает звуков из хардкора. Он обычные звуки издает. И, кстати, я также напоминаю, что этот... Когда соседа первой части, в этом году... Где-то летом, что ли, будет 10 лет. 20 лет, господи, какие 10 лет? 20 лет будет. И мы в честь этого будем марафон устраивать, пока достать соседа. Будем перепроходить все игры по ней, пройдем оригинальную, когда достать соседа перепройдем. Перепройдем, когда достать соседа 2. Перепройдем консольную версию. Может быть, даже DS-версию может стоит даже пройти. Почему бы, наверное, нет. Полностью пройдемся по эволюции, так сказать. Ну и... Можем и Neighbors Back From Hell тоже перепройти снова. Такие вот, в общем, дела. Утилиты экрана. По-моему, тут даже описание не изменено. Не умрем, не умрем мы ни в коем случае. Я сейчас в основном прохожу вот эти уровни для того, чтобы это увидеть этот экранчик полного завершения вот этих уровней. Изменится ли там что-нибудь или нет. Сомневаюсь, но все же проверим. Так, применяем сразу. Но на самом деле мод мне уже не нравится, если честно, потому что тут человек не очень-то особо-то старался. Изменил звуки и скорость соседа, и больше ничего. Описание первых двух уровней еще разве что. Ай, блин! А, нет, можно, можно, можно. Я забыл, что он на микроволновку влечется еще. Что-то он только вот он первый раз что-то мимо нее пробежал. Как-то странно это немного. Давай, давай, быстрее в туалет, пожалуйста, иди, блин. Давай, 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 быстрее пили кресло, давай. Да, с такой же скоростью он его пилит. Зачем прятаться в шкаф? Давайте тут лучше постоим. Говорят, кстати, что с... Я... Social Media Life Production меня разбанили, кстати, в группе. Они, видимо... Я вообще понятия не имею, какого фига они меня разбанили. Ясное дело, что они до сих пор там... Считают меня врагом своим и все такое. То есть они не перестали все это делать, но, видимо, они чистили черный список, убирали всех подряд из него. Так что я, короче, смог посмотреть... А, вот еще описание изменено. В общем... Короче, там будет из возможностей, что если...
Если Будя обидел сына Ольги, то она, короче говоря, по щам даст ему. И это круто, это круто. Только вот когда выйдет ремастер, никому не известно. Скорее всего, им самим тоже. У станистов бывают дни рождения. Ведь бывают. Подождите, кстати, а что тут никаких подсказка? Господи, как можно такие ошибки лепить, я не понимаю. Это будет круто. Это реально хорошие возможности будут. Если они ремастер этот выпустят когда-нибудь, я обязательно сниму, сыграю в него. Все-таки ремастер самый интересный вроде как получается. Только вот с даты выхода ничего не известно. Потому что переносится, игра уже далеко не впервые переносится. О, успел прям последнюю миллисекунду, наверное. Да, но этот мод какой-то реально фиговый. Я уже знаю, что я ему минус поставлю, но это... Этот мод не вызывает удовольствия играть в него совершенно. В оригинальном кодоседе мы получаем эмоции от пакости, а тут не получается испытывать эмоции, слыша вот эти все звуки. В хардкоре там какая-то, которую собственно в продакшн сделали, там какая-то атмосфера хоть была, что там дико страшно, все такое. Здесь-то где такая атмосфера? Тут нету никакой такой атмосферы. Все, уровень прошли, и будет ли экранчик какой-нибудь? О, второй сезон открылся. Серьезно? Ну давайте проверим. Ну, скорее всего, тут опять ни хренашки не изменено. Ну да. Здесь что? Ладно, все понятно с этим модом. Ну, короче, мне мод не понравился. Минус. Причины я уже называл, что очень мало изменений. Ну и этот мод не вызывает удовольствия его играть. Потому что игра юмористическая. Надо смеяться над пакостями. Вот это все. Они должны нас веселить, но слыша вот эту музыку, которая играет в меню, и слыша эти звуки, ну это вообще не вызывает таких эмоций. И атмосфера страха тоже это не вызывает совершенно. То, что мы видим, музыка совершенно не подходит к тому, что мы видим на экране. Вот абсолютно. Ладно, давайте следующий мод играть. Поехали дальше. Этот мод называется «Возвращение пакостей». И опять демо. Так что какая-то мафия демокс собралась у нас сегодня. Кобзарь, Александр... А, блин, это же этот, один из этих, господи, авторов Social Media Life Production, или как там, один из владельцев группы этой ПКДСЕДа в ВК, которая подставляет меня жестко в данный момент. Так. Ну, в общем, начальный экран с альфа-версии Вуди возвращается. И музыка в главном меню из «Как достать студента», которую мы, кстати, играли с вами вчера. Первые шаги Вуди, да. Поначалу всегда сложно, если вы бла-бла-бла-бла-бла, понятно.
Ну, главный экран. Загрузочный экран из CDCD 2. О! И Вуди даже из CDCD 2. Только, как мы видим, не полностью. Очень даже не полностью. Нет, нет, вот мне уже не нравится. Вот. А, вот сейчас музыка из «Когда достать квартиру» была. Тоже надо, конечно, сыграть, кстати, да. Учимся делать пакости, ну да. Ладно, с этим ясно. Давайте этот уровень посмотрим, есть там изменения или нет. Не, нету. Ладно, давайте сразу к первому уровню пойдем. Увидел гадость, сердцу радость. Одно слово, короче, изменили тут и все. Загрузочный экран с CDCD 2, как я уже сказал. И такие, опа, опа, опять уровень не изменился сам. Я так понимаю. Не, вот это мне тоже не очень-то нравится. Ну, в общем, все сейчас поймем. Но Вуди, кстати, бегает быстрее немного, по-моему. Или мне так кажется, не знаю. Куда встал? Иди давай. Музычка неплохая. Вот серьезно. Я сам играл в квартиру, но не удалось до конца пройти. Я, по-моему, дошел до врачей, уровень с врачами, и не смог его пройти. Но игра интересная, надо реально сыграть. Что-то как никак собраться не могу. Давай, 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 иди быстрее. Еще три уровня надо также пройти, чтобы посмотреть, есть ли чего во втором сезоне. Ну, что-то я сомневаюсь. Сейчас. Так, все, уровень прошли. Ну, здесь, что я вижу в данный момент из того, что я сейчас играю. Так, давайте сначала это. Ротвейлеры, дом 2. Да, в смысле, вы что, прикалываетесь, что ли, надо мной? Помните четвертый выпуск по модам на КДС-соседа, где играла музыка из дома 2 на уровне? Я такой... И вырубил звук. Я до сих пор помню это. В 2020 году это было. Воскресный отдых, бла-бла-бла-бла-бла, все то же самое. Не, ну какой минус этого мода мы видим? В чем придирки к этому моду? Видно, что пытался человек добавить Вуди из второй части, но сделан он это очень недоделанно. Есть такая поговорка, и если что хочешь что-то сделать, то делай это хорошо, либо не делай совсем. Вот это тот самый случай. То есть Вуди из второй части как бы пытались сделать, но видите, он очень сильно недоделан. Он, видите, меняется одежда-то постоянно у него. И если бы Вуди был бы вот этой в синей стандартной одежде, было бы лучше, чем вот то, что я сейчас вижу. То, что я сейчас вижу, это мне это не нравится, серьезно. Еще, так еще во время анимации он еще и так дергается как-то, я не знаю, это... Нет, ну это просто вообще, вот, ну я не знаю, это ужасно. Это отвратительно смотрится, в это играть не хочется совершенно. В прошлый раз я придирался, что музыка не подходит к происходящему на экране. Здесь музыка подходит к происходящему на экране. Вот. Но вот не подходит. Но вот эта вот анимация, что я вижу.
Что я вижу вот с Вуди, это просто портит впечатление. Да, конечно, я знаю, что я обижу автора мода таким способом. Я так говорю, как будто я игру оцениваю, а не мод. Вот если бы сама бы игра была бы так выпущена, то это было бы просто отстой. Вот вообще. Все вы знаете, мод Вуди возвращается. Там были, короче, уровни, отдельные несколько уровней, где был Вуди из... Где мы видели Вуди из второй части. И там он очень... Там вы, я думаю, сами помните, насколько он там органично был проделан. Все анимации, все было проделано. И насколько здесь абсолютно не в кассу вообще. Кстати, хождение на цыпочках не помогает. А, нет, помогает. Хотя в прошлый раз что-то не помогло. Блин, вот это... О, вы видели вот это? Это тоже настолько ужасно смотрелось. Вот это... Что собака, вон, так, текстуру соседа идет. День рождения соседа, так. Тут тоже без изменений. Так, давайте вкусный пирог. Так, ну да, вот он как-то, видите, еще и дерганая анимация, она в кирпичи вот проходит. А, давайте сразу. А, нет, уже не успею. Так, ладно, давайте сразу на кухне тогда делать пакости. Не могу я на эту анимацию смотреть, но это просто, ну это же трэш. Это просто, это ужасно смотрится вообще, серьезно. Автор, не обижайся, но это реально так. Было бы лучше, если бы Вуди все-таки просто в стандартной в этой одежде был бы. А так, ну это просто позорно выглядит, это ужасно. Не могу я. Здесь тоже. Так, ну все, с этим сделали. Вуди возвращается. Вот то, что Вуди был там из КДС-2, там реально органично, хорошо сделали. Ну, правда, кроме анимации хождения на цепочках, там просто замедленная анимация обычной ходьбы была. Кстати, у нас в некоторых модах были моды, в некоторых выпусках были моды, где хождение на цыпочках из консольной версии, там проделано было нормально. Вроде бы были такие моды, да. Давай, давай, быстрее. Я хочу завершить уровень уже. Да.
Так, а чё второй сезон? А, точно, скоро, не скоро. Давайте эти уровни просто так посмотрим. Впрочем, я вижу, что изменений тут никаких нет. Так, тут попугай у нас на кухне появился. Тоже как-то некрасиво поставлен. То, что тут бумага, вон к двери вот так уставлена. Ты что за... О! Вы все это видели? То есть он... То есть он опять сквозь это прошел. А день рождения соседа, что у нас тут? Здесь тоже никаких изменений нет. Ну и этот футбол и ноты, что у нас тут? Здесь, ну как-то тоже не очень. А вот, кстати, вот в этом уровне, ну как-то вот эта собака или что-нибудь еще вот так вот было. А, ну здесь-то вот нормально. Вот когда кресло спиливаешь, там она такая опа-опа, и впереди соседа собака появляется. Не-не-не-не, вот мне это не нравится. Это некрасиво. Ладно, в общем, этому моду тоже, к сожалению, минус. Мне это не понравилось. Больше всего не понравилось вот это вот то, что как Вуди из второй части сделали. Вот прям дергается анимация, это отвратительно смотрится, в это играть не хочется совершенно. Так что такие вот дела. А кстати, вот что надо посмотреть. Анимация того, как сосед сбивает Вуди, изменена или нет? Мне кажется, не изменена, но давайте проверим. Скорее всего, не изменена, но проверить стоит. Ну, конечно, нет. Ладно, давайте идем к следующему моду. Посмотрим, что у нас еще есть. Да, первые два мода, которые мы пока с вами посмотрели, это были два очень ленивых мода. Два очень ленивых мода, и надеюсь, что следующий будет получше. Возвращение и ремонт называется следующий мод. The Builders Production. Создали его у нас. Ограничение по времени. Давайте поставим. Посмотрим, что здесь. А, надо сбросить прогресс. Он почему-то переносится из каждого мода в мод. И причем как-то коряво прям переносится. Новые шаги. Вы знаете уже, что как делать. Но если вы забыли... Ага, понятно. Добро пожаловать в мой мод. Пройдите к выходу, чтобы начать, или выйдите через меню. Я сделаю второй вариант. Так будет быстрее. Ленивый ремонт. Как мы видим, сосед хочет заниматься ремонтом, и ему надо починить свое кресло. Исключение только подтверждает правила. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди решает зайти к соседу в гости. Хорошо, давайте посмотрим. Если... О! Ничего себе! Это что, портал, что ли? Или нет? Или это просто... Так сделали зачем-то? Так, ну в этом моде-то я вижу больше. Больше, что больше старались, чем над двумя предыдущими. Ага, сломанную пилу надо подложить. Такое ощущение, что сосед собирается красить эту стену. Покрасил уже частично в зеленый, а тут передумал и решил покрасить фиолетовый. Или наоборот. Или может он с одной стороны хочет в зеленый, с другой стороны в фиолетовый в этот. Испортилась допила у него, да. Вот куда этот... А, бинокль, понятно. Ну ладно, в принципе, над этим модом, да, анимация тоже дерганая немного.
Но видно, что здесь старались больше, чем над предыдущими двумя модами. Вот. Действительно. Новое шоу не отвлекайте. Отдых — это прекрасно, особенно когда начинается новое шоу. Соседу настолько понравилось это шоу, что он даже решил запереть дверь в коридор, так как он считает, что ему не надо идти в коридор. Это меня уже напрягает. Поживем, увидим, решает Вуди, незаметно пробирается в дом. Давайте проверим. Да, решил закрыть дверь. О, ночной уровень, прикольно. О, даже здесь окошко ночным сделали. Такое редко бывает у нас. Респект, респект, реально молодец. Хотя, может, он из моей обновки вытащит. Я уже... Есть один выпуск по модам, где я показывал свою собственную обновку «Вуди возвращается». Где я там некоторые вещи исправлял. Там ночные окна делал, еще какие-то там вещи исправлял. Ну, исправил я, конечно, все, что мог, все, что был способен исправить, но там почти все исправлено. Так, с колледжа что-то пишут в WhatsApp. А, мы должны пробраться туда, наверное, когда это... Он в туалет пойдет, я так понимаю. А у нас хватит времени, чтобы потом вернуться и спрятаться? Вы, кстати... Было бы, наверное, прикольно, не знаю, можно ли так сделать. Но было бы прикольно, если бы был бы какой-нибудь мод, где были бы запертые на ключ двери, и можно было бы открыть их, найти от них ключ и открыть их. Это было бы реально очень интересно. В принципе, теоретически, мне кажется, такое сделать возможно. Но пока еще никто не делал. Поехали. А, мыло отвлечет его еще. Да, он это нервничает от пакости, несмотря на то, что ему очень хочется срать. Так что вот это тоже как-то вопрос у меня вызывает. Немного странный, такой необычный вопрос. А, он еще... Блин, ему хочется срать, а он так время тянет, господи. Он как мой кузен, блин, который хочет на горшок, но при этом тянет время. Нарочно. Но коробки не так уж и плохо выглядят. Конечно, можно было и лучше сделать, но неплохо, неплохо выглядит. Сойдет вполне. Давай, 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 садись, пожалуйста, на кресло. Сто процентов хорошо. Так, все, больше уровней нету. Ну ладно, этому моду поставим плюс-минус. Здесь больше работы была проделана, чем в двух предыдущих модах. Ну и давайте еще какой-нибудь мод посмотрим. Поехали дальше. Новая Когда соседа новая квартира. Давайте посмотрим, что у нас это за мод такой. Так, опять перенесся прогресс с предыдущих модов. Так, ладно. Последние шаги по старому дому. Наш герой Ахмед. Шутка. Да. Вот и я... Вот и...
Ахмед, да, шутка. Вот то, что я сейчас, знаете ли, вот вижу, вот то, что вот на этом обучающем уровне, это тоже вот то, что двери вот так вот опущены вниз, чем надо. Это тоже всем видом говорит о том, чтобы от вот этого уровня, а может даже от этого мода, все отвернулись и больше никогда на него не смотрели. О боже, да я не сильно-то и хотел, блин. Вот потому что реально вот этот вот уровень выглядит так, вот интересно, а следующий как тоже будет? Или нормально? Ну-ка давайте проверим. А, нет, этот нормально выглядит. Наверное, и следующий уровень выглядит тоже нормально. Да, этот нормально выглядит. Но вот этот первый уровень, блин, вот тут лучше бы тоже ничего не меняли, потому что вот так вот в такой уровень без противных противоречивых эмоций могут играть только разве что мазохисты. Я думаю, им бы даже это больше понравилось, чем пленки и наручники. Поверьте, знаю по себе. Шутка. Тоже. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Сделай гадость сердцу радость. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип, бла-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 бла. Все это мы уже видели. Ага, здесь темно. Так, коридорчик. Без этих обоев и пола нормально. А здесь темно стало. Только почему стало темно, если шторы-то открытые? Экран еще вылезает из телевизора немного. Тоже как-то. И вот здесь тоже. Ну ладно, тут еще простить можно. Но тоже как-то смотрится не очень, если честно, что вот тут так вот эта хрень торчит немного из двери. О! Вы видели это сейчас? Вы видели вот эту фигню красную, которая моргнула вот здесь, когда Вуди что-то открывал? Не, вот мне уже не нравится это то снова, опять. Вот как-то вот реально тоже некрасиво. Это было? Ну давайте пройдем. Видно, что. Не, конечно, респект автору этого мода, что вот он пытался перенести вот этот коридорчик из обучения и вот здесь темноту сделать. Но все же сделано это тоже не кривовато, я бы сказал. Двери светятся, ну то, что двери светятся, это не впервые, конечно. Там сложно двери поменять. Ну и вот кресло, телевизор вот этот вот, то, что квадрат, это тоже как-то некрасиво смотрится. Да, моды что-то совсем у нас испортились. Сегодня у нас какие-то говномоды были. Ленивые. Ленивые говномоды. Надо, наверное, так назвать этот выпуск. Ну, блин, надо как-то вообще. Ладно, давайте дальше. Что у нас на следующих уровнях будет? Интересно нам узнать. Так, смотрим дальше. Пьяненький сосед. Кроме названия ничего больше не изменено. А, нет, изменено немного. Ванная, пиво. Ну, немножко изменено, да. Но не значительно. О! Вот здесь тоже такая вот, вот здесь вот такая вот хрень, что вот светлая тоже видна немного. Это не сильно критично, но. О! Вот это тоже. Вот то, что вот эта хрень в дверь входит, это тоже. Блин, я не могу на это смотреть, это тоже ужасно смотрится. Там сверху следующий этаж и балкон. Только вот видите, что вот слой намного меньше, чем вот здесь. Тоже как-то. А еще комод частично застрял в полу. И шкаф тоже. Блин, не, ребята, это тоже плохо. Мне не нравится. О, вот, о, видали вот это? Вот это, что это за фигня была сейчас? Блин, а, вот это вот еще, это типа. А что вот это? Это типа проводки такие торчат, что ли? Ну, еще можно тут порисовать, да.
Блин, это отвратительно смотрится, в это играть тоже не хочется совершенно. Ковер из ванны. У нас тут стоит. Ну, пройдем этот уровень. Второй сезон, может, откроем. У нас же это уже традицию стало пройти три уровня, чтобы открыть следующий сезон. В следующем, предыдущем моде можно было этого не делать. Там второго сезона, косы не было. Нет, вот это лучше сделаем. Блин, мы все четыре мода видим одни и те же пакости, ребят. Ну, раз единственная одна новая пакость, это то, что кресло пилу подложили. Ну и то там анимация так себе выглядела, если честно. Ничего такого нового особенного мы не увидели. Блин, ребята, вот эта штука, она... Блин, честно говоря, немножко примечательный такой... Примечательный мужской орган. Напоминает, как будто торчит из телевизора. Блин. Давайте-ка его в черный цвет покрасим и уберем его нафиг отсюда. Это отвратительно смотрится. Вот вообще. Хотя, может, даже... Ну, наверное, нет. Все-таки на него не похоже. Блин, извиняюсь, что за такую тему затронул. Но, не, на самом деле, на него не сильно это похоже. Айкресса-то спилил? Я не спилил, походу, кресло. Нифига я его не спилил. Заметил вот эту фигню примечательной формы и что-то... Как-то отвлекся сильно. Яблочный пирог. А, ну здесь даже ничего перерисовывать не стали. Ну, прикольно. Давайте еще уровни посмотрим. Футбольные баталии. Здесь тоже ничего не стали менять. Но вот здесь вот, кстати, я вот еще, когда завершил уровень, я заметил вот одну вещь. Вот это вот... Что вот здесь вот такой вот... Порог вот такой вот ступеньки слишком низко прям находится. Это тоже как-то коряво. Это просто косяк всратый какой-то. Давайте закончим на этом, короче, тоже. Не знаю, есть ли что во втором сезоне там или нет интересного. Если автор мода увидит, пусть напишет в комментах. Но этому моду тоже минус, тоже мне не понравилось. Как-то тоже фигово. Короче, один более-менее неплохой мод. Средний. И три ленивых говномода сегодня у нас были. Такой вот выпуск у нас получился. Моды совсем у нас испортились. Ну, в общем, на сегодня все. С вас лайкос, подписоваться, с меня эпичные видосы. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Выпуски про говномодов-то вам очень даже нравятся, я смотрю. Подписывайтесь на мой стримский канал, поддерживайте ВКонтакте. И всем пока.